Смотрите, ну, вокруг Путина, конечно, очень много мифов. И один из мифов – это вот роль этой самой семьи вокруг него. На самом деле, Путин очень одинок на своем Олимпе. У него нету наследников. Я довольно сильно сомневаюсь, что дети Алины Кабаевой – это дети Путина. В любом случае, даже если это его дети, он их не готов признать. И наследника у него нет. Его ближайшее окружение – это все-таки люди, которые являются его партнерами, собутыльниками, людьми, с которыми он читает эти псевдоисторические книжки, играет в шашки и в нарды, а не его дети. Но, тем не менее, психологическое значение от этих санкций, конечно, очень велико, потому что это посылается сигнал о том, что мы будем бороться вообще со всем, что носит фамилию Путин, что прикасается рядом к Путину. То есть это одиночество увеличивает и тем самым, безусловно, бьет по российскому президенту.